С пылу с жару в дома красноярцев сейчас ни один супермаркет в городе не обходится без пекарни. Свежайшие круассаны, булочки и, конечно же, хлеб. Продукция везется с Дивногорского хлебозавода, непосредственно с предприятия, где контролируются все стандарты качества, где у нас наша система несельского стандарта, нас ежегодно контролируют все наши параметры входящей продукции, выходящего готового продукта. Соответственно, мы здесь с полной уверенностью можем сказать, что продукт, который предоставлен на полках, горячих выпечках, именно в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит» и «Батон», где наша пекарня находится, он соответствует 100% качеству. Местные производители ратуют за здоровое питание. Последние разработки – хлеб «Сахар 0» на натуральной стевии и йодовый хлеб. У нас нет йода, у нас нет витамина D, у нас нет многих там вещей каких-то, мы не на Средиземном море живем с вами. И поэтому мы как-то должны это восполнять. И, безусловно, лучшее восполнение – это в продуктах питания. Нужно исключить из своего рациона питания уж, по крайней мере, откровенные сахара, которые есть и в напитках, и вот белорафинированный сахар. И тем более, к сожалению, его сейчас добавляют в производстве там, хлебобулочных изделий, да, в том числе, и мы получаем скрытый сахар. Вот. Если изготовитель, заботясь о нас, убирает эти все вещи, ну что ж, хорошо. Местных сельхозтоваропроизводителей проверяет и поддерживает ассоциация «Енисейский стандарт». На всей продукции «Дихлеба» вы найдете зеленую шишку – это знак качества. «Дихлеб» – лидер региона по собственным пекарням в торговых сетях. Посмотреть, какие еще производители попали в список добросовестных или обратиться по поводу качества продуктов можно на сайте еniseystandart.ru или в группах в социальных сетях. Нина Курганова, Валентин Тропин, новости ТВК.